К 75-летию Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России, капитан первого ранга Алексей Карабанов. Берлиоз, венгерский марш из драматической легенды «Осуждение Фауста», исполняет Центральный концертный образцовый оркестр имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Дирижер Алексей Карабанов.